Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 3. Уравнение B. Урок 11. Y. Отнять 5,9, прибавить 6,5 равно 19 минус 4,8. В данном уравнении неизвестна первая слагаемая. Y минус 5,9. Чтобы найти первое слагаемое, мы должны от суммы отнять второе слагаемое – 6,5. Найдем сумму в данном уравнении – 19 минус 4,8. Сумма здесь представлена в виде разности двух чисел. Число 19 мы представляем в виде числа 18,11. Производим вычисление. Y минус 5,9 равно 18 минус 4 будет 14, 11 минус 8 будет 3, 3/11. Отнимем 6,5. Сразу мы этого сделать не сможем, поэтому у 14 мы занимаем единицу, представляем ее в виде дроби 11/11, добавляем имеющуюся дробную часть 3/11 и получаем число 13,14. А вот теперь от 13,14 мы легко сможем отнять 6,5. Наша первая слагаемая y минус 5,9 равно 13 минус 6 будет 7, 14/11 минус 5/11 будет 9/11. В данном простом уравнении у нас неизвестно уменьшаемое. Чтобы найти уменьшаемое, мы должны к вычитаемому прибавить разность, то есть к 7,9 прибавить 5,9. Y равен 7 плюс 5 – 12, 9 плюс 9 – 18, получается 12,18. 18/11 – неправильная дробь, выделяем из нее целую часть. И мы получаем, что y у нас равен 13,7. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.